И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня будем убегать от аниматроников, ставить волны, веселиться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну что, Димон, будем вместе ставить или по очереди, или одновременно? Давай одновременно, так побыстрее будет. Понял, все, погнали. Так, ставим аниматроника. Я не буду специально говорить, кого я ставлю, чтоб ты ж в шоке был. Так, я из первой части ставлю. Окей. Так, я пока я три слышу, штучки. Спрингтрапов, Димас, ты ставишь, да? Да я пока три штучки поставил. Просто так, чтобы побегали. Так, отлично. А у меня ты там кого? Целая рава, Димас. Ого, ты псих. Ну давай, ты прыгай первый. А я прыгай. Ну что, ребята, ставьте лайкосик, чтобы мы с Диманом классно выжили. Или поубегали. О, класс. Так, смотри, пошел, пошел, Фокси буксует. Это уже опасно выглядит сегодня у вас. Ого! А как это они на... А что, так можно было? Да как? Да они на крышу залазят по воздуху. Ай, все, Димас, меня зажали, походу. Давай, Диман, я буду смотреть, как ты умираешь. Ты был хорошим человеком. Давай, покемон. Блин, извините, ребята, я испугался просто, честно. Ого. Нормально меня вальнули, пойдет. А, блин, они по воздуху гоняют. Они умеют залазить. Вот так, да, значит? Смотри, какие дерзкие. Там Фокси на крышу забрался, да? А! Я не знаю, как они залазят, я не понимаю. Меня, короче, не убили, но у меня скример проигрался, понял? Понял. Так, я выбегаю на улицу и бегу со всей силой. Та-ра-та. Давай, давай, я еще живу. Где вы, мужики и мужичихи? Вот, Дима, сзади тебя, беги. Я не вижу никого. Вот, бегу. О, спринтрапы бегу. Они за тобой, а чем мне бежать? Не надо на меня их переключать. Смотри, Дима, они за тобой все бегут толпой. Давайте, давайте, пацаны, вон он. А Фокси бежит. Не-не-не. Не-не-не, я добрый. Это потому что я вокруг дома отбежал и с тобой бегу. Ой-ой-ой, сейчас оббегут, блин! Дима, ты специально так привел, чтобы они меня убили? Да, специально. Специально, да. Потому что знаешь почему? Потому что за мной бегают, а с тобой нет. Ах ты хитрый же. А почему именно на тягре? Может они покемонов не любят? Я не понимаю, где логика, но что-то может в этом есть. Так, я выбежал на улицу. Диман, я смотрю, как ты красиво играешь. А, опять скример проигрался, но меня не убили вроде, да? А я не знаю, да, может... А, может бессмертие включено? Дай проверю. Не, так, не они мне, знаешь что, они мне на расстоянии скримера. А, пускают, я же умираю. Понял? Я умираю. Вот эти спринтрапы. Да, спринтрап... На... Понял, понял. Да. Есть такое. Еще да. Так долго играет, противно. Ага, и шумит своей башкой, мотыляется. Так. Башкой шумит, погнали. А там, сзади Дед Мороз упал на крыше, че он? А! Он подарки нам принес. Нормально, я думал, ребята. Я успею бежать. Не успел. Я тут стою в доме, они в дом не могут зайти. Че там, не можете, да, зайти? Дима, ты знаешь, кто может заходить в дома? Правильно, марионетка. Марионетка. Да. Потом ее поставили, они ребята. Дверь сломали, Димас, я видел, дверь поломили. Поломили дверь новую. А кто будет ставить? Давай, да как? На таком расстоянии большом. Ах вы читеры. Димас, я там чуть-чуть друзей этот поставил еще. Ого, тебе. Неплохо, неплохо. Они зайти не... Опять скример спрингтрапа высветился. Они через Уходи. Дверь меня убили, да как так-то? Уходи, ты чё? Так, Димончик, я иду к тебе. Давай, я сзади дома. Твоего? О-о-о, пацаны, вы чё, за мной все? Серьезно? А за Димасом вижу. Кто будет бегать? Я в лесу здесь бегаю и смотрю, как ты проигрываешь. Лесной челик, да, ты, Димас? Лесной смотри, челик, да. Сколько людей сюда побежит, смотри. Смотри, смотри, там еще. Это все за мной, Димас. Это ты поставил? Это за мной, Димас, челики бегут. Давайте, давайте, все за ним. Ого, они прям деревья ломают. Они и дома, и деревья все ломают. Ничего себе, вы психи. Так, а я тут при чем? Димон, ну зачем ты? Вот так, да, значит? Кентушка, потому давай. Что я. Потому я что я. Блин, застрял в калитке. А, блин. Да, правильно, наказывайте его. Он плохой, что приводит их ко мне. Нет, это спрингтрап, скримеры, спрингтрапы. Так, они стоят, стоят, наконец-то. Они, видишь, меня не хотят... О, дверь поломали, выпала аж вовнутрь калитки. А я вижу, дверь валяется. Так, так, еще тут стоят двери, что-то делают. Тоже полома... Ого, ее прям отломали и подвинули. Еще и ногой пнул Бонни. Реально, как по а, пацаны, вы ко мне? За мной? Это коллекторы? Стоят, коллекторы, да. Тут меня здесь нет. О, подвал. Я в подвал. А я на втором этаже, мне хорошо. Я тоже иду. А, мне плохо. А, нет, хорошо. А тут два подвала, получается, в этой карте. А, ты что, пройти не можешь, лошара? Так.
Я тебя сейчас еще и дверью забаррикадирую. Димончик, что я не могу найти? Где ты? А я в хате вон. В хате, да? Ты хорошо. А почему у меня опять скример из спрингтрапов вылезает? Не знаю. А что с ней? Их обновили, что ли? О, подожди, надо громкость, да. Чего у меня громкости нет? У меня бесконечный этот спрингтрап на башке, на моем экране. О! На! На тебе, Димончик, я помогаю тебе очищать. О, красота. Видишь, как Фокси рыбкой полетел? Красиво. А говорит, я рыбка, не умею прыгать. Можешь. Научили. Так, а кто еще живой из них? Вон там этот, тут челик бродит, ходит. Он стульями раскидывается, кидает мне их. Это он как зомбак из Half-Life, эти, кидает все, что перед ним. Это тоже самое. Надо его наказать за это. Бей его очень сильно. Так, Димаса, ты их раз бомбил хорошо так. Сейчас я покажу Дима, что такое настоящий ад. Это было все пустяки. Ой, нечаянно Бенди зафигачил. Не, уберем. Так, что-то подгружается. Все, Димас, готово. Готово. Ну, сейчас будет жопа. Сразу скажу. Блин, Димас, вот ты. 5 марионеток, это мало, Димончик. Сейчас, вот мне сейчас будет плохо, реально. Так, возьму меч, потому что видно лучше от третьего лица, как убегать. Так, Димон, ты готов? Готов, да? В дом. Меня в доме они не пьют. Ого, я дернулся. Ладно. Все было хорошечно до этого момента. А, тебя убили. Ага, смешно. Давай. Смейся, сейчас они тебя тоже убьют. Они не убьют, они на второй этаж не могут залезть. А, залезли. Блин. Тут марионетка стоит. Они залезли. Видишь? Так, надо удалить двери, чтобы было честнее. Они не залезли, они убежали от меня. Вот. Блин, сам себе смерть пустил, красавчик. Опять. Да успокойтесь. Димон, они очень агрессивные. Да хорош. Ребята, это эпик, нормально. Я лечу вверх сразу. Марионетка, лесная марионеточ, иди отсюда. Она очень жесткая, да, Димон? Особенно когда в лесу. Блин. Так, я немножко буду защищаться. Окно откройся. Делаем баррикады из столов. Так. Так, проходим. Они мне не дают выйти, они в доме меня зажали, все. О, здорово. А вы что не даете ему выйти? О, красавчик, Димас, молодец. Они застряли, надо было им помочь. Да, надо им доступать. Больше здесь не ходить. Иногда ого. Надо их наказывать. Ничего. А то они совсем себе обленились. Так. Я хочу на машину залезть. О, залез. Круто. А что, мы всех убили или еще кто-то есть? Мне кажется, о, башка. Всех. А, вот. Ой, их сколько. А что они вы застряли? Да блин, да стояла, думает, да пойду убью дипера и замочу его. Ну ладно, красава. Нет, Димас, это был у них план такой, мне кажется, специальный. А что ты ко мне водишь их? Вот смотри, а что ты так делаешь? А что ты со мной ходишь? Не надо. Вот так пошло, давай. А Димончик убегает. Нормально. Ах ты хитрый. Оп, вокруг ёлки буду их водить. Вот, пацаны, водим. Пойдет. Пацаны. О, они за мной загрелись, Димон. Вот так и надо. Не надо, я теперь понимаю, что это... Ну а тебе? А почему не все они за тобой загрелись? Почему? Но я сказал одному, иди за Димоном, он говорит, хорошо, и пошел. А, все, теперь втроем за тобой. Да. А что они... А как ты их убил? Они в кусты зашли и умерли здесь. Что так? Они с высоты упали, вот такой маленькой, и умерли. А ну, Дима, смотри, что я могу сделать, смотри. Сейчас. Убивающий, да? Вот ты как он полетел. Ого, а где? Ого, что-то он забагался. Димас, походу, ты его совсем в космос запихнул. Ну, он красиво летать умеет зато. Так, хорошо, давай следующую волну. Вот сейчас, Димон, будет самая сложная волна, которую я делал на этой планете. Слушай, это четвертая будет. Да, самый жир. Это волна балунбоев. Ого, меня подлагивает. А, Димон, это кошмарные лагают. Да, я его удалю немножко. Нормально? Все, да, пойдет. Сейчас будем мочить. Ого, они елки разломали все. Елки кушают. Вы что ломаете елки наши? Балунбои недовольны елками. Димас новые ставить надо. Так, я прыгаю. Я тоже прыгаю.
А чё, давай. Косопляк вонючий. А, ого, вот они да? отлетают. Ну, балумоев не боюсь. Конечно. Меня бы сейчас убили бы. Я всех могу спасти. А чё балумбой вообще сделать мне? Они, а он вообще они сопляк. Ничего не делают. Они просто стоят на месте. Он шаром пердит и все. Он типа не дает мне вещь. Ого! Ты видел, сколько выпало их тут? Это было жесть. Это был салют из балунбоев. Во! О, сколько балунбоев, смотрите. Ого, ж подлагивает. Жесть, хватит перди. Ты еще живой? Да. Как-то так. А, ночной еще кошмар. Димон, иди сюда, смотри, сколько их тут тусуется. Дискотека века. Дискотека. Я буду диджеем, давайте, зажигаем. Пацаны, стойте, диджей. Ого, смотри, как он там тут дрыгается. Ого, я псих, смотри. Это правило на дискотеке. Ого. Ого. Ребята, лайкосик. Все, ребята. Диман, мне кажется, тут все чисто, да? Смотри, как красиво все. Да. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.